Я хотел бы напомнить об особенностях нашего проекта. Лодка в размере 4770 длиной из ударопрочного полимера HDPE, которая оборудована самоотливным кокпитом и достаточно вместительна. И основная идея, заложенная в этот проект, это дать возможность широкому кругу потребителей пользоваться лодками, за которыми не нужен уход. Не нужен уход за покраской, не нужен уход за шпаклевкой. Здесь отсутствуют полностью корродирующие элементы. Срок гарантии на этот корпус 10 лет. В связи с началом серийного выпуска лодок проекта GS4700 мы решили снять этот короткий ролик. Я сейчас сижу в корпусе, который выходит с верфи. И дальше уже под желание заказчика комплектуется всем необходимым. Который может себе заказать центральную консоль полуторную, может заказать две консоли с калиткой, может дополнительно заказать себе фиш-платформу, носовую, кормовую, дополнительные рундуки и так далее. Сегодня я хотел бы показать, что она широкая. Посмотрите, какой у вас корпус большой получается. 1,75 м, там 80 м, внутри, честно говоря, не меряю. 2,10 м ширина. У нас есть хорошая новость. Новость состоит в том, что первым трем заказчикам в наступающем 2021 году мы решили подарить якорные лебедки Стронгер с установкой. Еще раз, друзья, наше акционное предложение действует. Жмите кнопку «Позвонить» прямо сейчас.